Ну признайтесь, вы же всегда хотели попробовать золотое молоко. Знаете, в моем детстве этот напиток вообще считался от всех болезней. Вот, хотя сейчас то же самое. Что ни возьми, тоже от всех болезней. Поехали. Кастрюльку, сотейник, что-нибудь с толстым дном, но можно и без него. Наливайте, в общем, пол-литра молока. Это как раз на две порции. Можно использовать растительное. Далее, собственно, золото. А это 1 чайная ложка куркумы. Можно с горкой, если любите вкус. 1 чайная ложка корицы. Корица никогда не лишняя. И пол чайной ложки молотого имбиря. Ну и последнее, что вы ожидаете увидеть в напитке, конечно, СМЧП. Как говорится, пришел, увидел, подробил. На этот раз очень мелко. И добавляйте к молоку половину пакетика или целый. СМЧП не сравним с магазинным перцем, поэтому будет вкусненько. Кастрюлю вместе с содержимым отправляем на огонь и разогреваем до горячего состояния. Не кипятим. Почему? Да потому что затем мы добавим 1 чайную ложку меда. А если в качестве подсластителя вы выберете сахар или стевию, кто его знает, что это, но все добавляют, тогда можете кипятить. Последний раз перемешиваем до растворения сладости и разливаем по стаканам. Впрочем, во второй можете добавить 1 порцию эспрессо. Если не знаете, как его готовить, загляните вот в этот выпуск. Ссылку оставим в описании. 1 порция эспрессо, остальное заливаем золотым молоком. И на выходе получим Golden Coffee Latte или что-то вроде того. В общем, 2 вариации. Золотое молоко обыкновенное. И для тех, кто, как Ярослав Иванович, зависит от кофеина. Кстати, если предыдущие 2 напитка были среднего слабительного действия, расслабляющего действия, да, не путайте, то это прям так, знаете, расслабляет. Вот. Увидимся.